Кировские дворы утонули в снегу. Горожане массово жалуются на бездействие управляющих компаний. В соцсети пестрят фото и видео с жалобами. Где-то уже работает спецтехника, но в большинстве придомовых территорий не проехать, не пройти. Наш корреспондент Екатерина Дворникова отправилась в свой рейд. Во дворе дома номер 170 на улице Свободы тротуары от снега расчищены идеально. А вот дороги, к неудовольствию водителей, не почищены вовсе. Проехать легковым автомобилем сейчас трудно, но и снегоуборочной техники, если она сюда доберется, вероятно, будет нелегко работать. Машины, похожие на подснежники, стоят по всей территории дома. Ирина, жительница дома номер 35 на Октябрьском проспекте, переживает. Двор замело снегом, управляющая компания его не вывозит. Причем уже несколько зим подряд. Но если раньше снега было не так много, то сейчас все буквально в нем утопает, говорит женщина. Не чистят дороги. 4 года живем, трактора не было. Сами чистим. Вчера вот все чистили, двери не могли открыть, еле пролезли. В компанию обращались, бесполезно. Отнекиваются. Так ведут себя сотрудники управляйки, говорит со вздохом Ирина. А ведь впереди ожидаются еще снегопады. Если управляющая компания бездействует, жителям следует обратиться в администрацию города, в единую диспетчерскую службу по номеру 760000, а также в государственную жилищную инспекцию, рассказали эксперты. В последние дни жалобы еще только начинают поступать в связи с тем, что снегопад у нас был вчера. А если говорить с начала зимнего периода, в государственную жилищную инспекцию поступило порядка 130 обращений граждан, а также мы мониторим социальные сети, в которых граждане указывают на некорректную и недостаточно качественную работу управляющих организаций. Вот и пример. Это кадры из соцсетей. Подъехать к дому номер 6 на улице Заводской практически невозможно. Сейчас ситуация иная. Днем на заснеженном участке работала спецтехника. Сотрудники ГЖИ просят автовладельцев не игнорировать объявления об уборке снега. Машины могут мешать расчистке территории. Екатерина Дворникова, Светлана Гудименко, Бюро новостей «Давеча».